системной работы компьютера. Зависла федеральная сеть, внедренная МВД ровно год назад. Сегодня, в начале 11-го по местному времени, оказалась парализована работа всех РЭУ страны. На электронном табло вежливое объявление МВД. И такой сбой по наблюдению автомобилистов второй день подряд. Вчера еще стоял здесь, мне сказали, либо жди, 50 на 50 заработать нет, либо записывайся на сегодня. Записался на сегодня, жду. Руководство областной госавтоинспекции о проблеме знает, но ничего поделать с сервером главка МВД не может. Андрей Костенков обещал работу РЭУ, как говорится, до последнего клиента, а в день в регистрационно-эксплуатационный отдел ГИБДД обращается более 300 автомобилистов. Это при том, что он остался один на весь город. Все частные пункты регистрации авто были закрыты в прошлом году. Вчера такая же ситуация была, но она была более меньше по времени. Технические вопросы технического характера, мы ничего не можем по этому поводу пояснить. Они сейчас производят технические работы регламентные. То есть все это дело стараются выправить. 10 часов 20 минут сегодняшнего местного времени оренбургского. Технические проблемы на сервере в Москве. Это по всей России такая ситуация. Готовим заявление гражданам, производим осмотр транспортных средств. Принято решение о том, что личный состав, он и так у нас будет работать допоздна, до тех пор, пока сегодня всех людей, которые обратились в регистрационное подразделение, не обслужит полностью всех, кто пришел, до единого человека. В том числе будет рассматриваться вопрос о том, чтобы они работали в наши обычные выходные дни, то есть это воскресенье и понедельник. До внедрения федеральной сети МВД в Оренбурге работала своя областная компьютерная сеть, но и она давала сбои. Однако местные кулибины в погонах оперативно исправляли неполадки. Как по иронии судьбы, в момент записи интервью с главным автоинспектором Оренбурга федеральная регистрационная сеть МВД вновь заработала. Этого момента автомобилисты-инспекторы ждали более 4 часов. Очередь оживилась, а у посетителей появилась надежда получить заветные водительские права и госномера. Заработал, оформляем. Удалось получить все-таки номера? Да. Долго ждали? Минут 15. На этот раз то потворение завершилось хэппи-эндом, однако гарантий того, что ситуация вновь не повторится и федеральная паутина МВД не даст очередной сбой, не может дать никто. Александр Криволапов, Олег Штидлер, ОРЕН-ТВ.